Это самое начало. Но мы это снимали в конце видоса, потому что моя официальное начало видеоролика, где написано название канала, не поддерживается на моем устройстве. Что за тупые телефоны пошли? Короче. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Поехали! Спичка, ты что сделал? Короче, всем привет. Да, это я. Пародия номер 21. Ты довольна? Так, что мне вам рассказать? Так, мы сегодня, как бы это без масок сказать, уезжали от скейтеров. И как я сегодня, как бы это без масок, упал. Хотел дропнуть и сделать твист. На вот нём. Красавчик. Все, на меня. Я главное лицо. Я! Да где Ваня? На. Так, на нём хотел сделать твист. Ну и дропнуть. И не получилось. Прикиньте, не получилось. У кровати не получилось сделать твист. Ну, что это такое? Куда наш мир катит? Вообще не понимаю. Вообще. Вот, кажется, опа-на. Вот этот фрагментик, опа. Yeah. Разговор. Ну, короче, вы просмотрели этот фрагментик. Неудавшийся твист. Ой-ой-ой, куда мир катится, мне дурно стало. Продолжим. Что мне вам еще? А, скейтер. Точняк, у меня тоже скейтер есть. Много-много. Целых раз, два, три штуки. Слышите? Это наши соседи. Поржали соседи. Слышите? Опять разговаривают. Ну, и пофиг на них. Продолжаем. Скейтеры! Короче, мне написала сестра, типа будет с нами гулять. Вот, с нами, вот, короче, два брата и сестра. Прикиньте, какое совпадение. Меня вспышка слепит. Надеюсь, она моргнет. Фрагмент про скейтер. Оба! Потом мой брат сказал, что скейтеры пчелы. Пчелы, как он додумался, да пчел, они с жалом. Разговор. Мне дурно стало. Короче, мы остановились на пчелах. А нет, на жалах. Короче, они. Вот мы едем. Он сказал, что они пчелы. Короче, они достали жало в руки. И за нами так, оба, с жало. Разговор. Ну, короче, вы просмотрели этот фрагментик. Неудавшийся твист. Ой-ой-ой, куда мир катится, мне дурно стало. Продолжим. Что мне вам еще? А, скейтер. Точняк, у меня тоже скейтер есть. Много-много. Целых раз, два, три штуки. Слышите? Это наши соседи. Они, короче, с нами такие, опа, прыгнули взад. Ну, вот туда, вот взад куда-то. Он заорал,
Я в его кинул камень, чтобы отрубить. В крови валяется, сжал вместе в обнимку. Я удираю домой вообще. Потом по пути заехал в школу, попил воды. Охранником поссорился. Приезжаю домой, а он там сидит. Все. Видео подошло к концу. В этом видео было много трэша. Вот для нас с ним так угорали после каждого момента. Еще, так, ну скажите, напишите в комментариях, нам стоит снимать еще видео такого формата или прекращать пародия на плюс 100 500 R21. Вы же не хотите, чтобы это закончилось, да? Короче, сейчас будете смотреть неловкие моменты. Зашибись. Вкусно. Короче, он там валяется весь в крови. Короче, что это вот такое? Кто такой? Никого. Пахнет. Пахнет на улице вкусно. Ну пошли. Неловкий момент, сейчас будете смотреть.